Только что поставила таймер на 10 минут. И всем привет, ребят! Меня зовут Кристина, вы на канале Блондинка ТВ. И сегодня я с Аленой и с Ксенией, но всем тут привет. Еще Марк. Всем и привет. У нас будет классный челлендж. Челлендж, угадай, что ты трогаешь. С закрытыми глазами. Ну, это вообще легко. Вы сейчас, по сути, челлендж все узнаете. И у нас есть шарфик, мы будем так вот закрывать. Давайте разок шарфиком. Разыграем на Цуефа, да? Да, кто первый? Давай. Первый ножницы. Смешно. Цуе, ножницы, Цуефа. Ксения, последняя, как всегда. Цуе, ножницы, Цуефа. Цуе, ножницы, Цуефа. А я первое что? Закрываю глаза? Да. Да. Так. А мы с Ксенией думаем, что тебе показать. Давайте я первое показываю. Нет, ты первое закрываешь глаза. А мы думаем, с Ксенией, что тебе показать. Давай, иди сюда. Только поворачивайся потом. Я сейчас усну, Кристина. В черной маске. Ну, не в маске, а в шарфике. Вот так вот. Только ты, Алён, если даже, смотри, если даже немножко будет видно, ты все равно закрой глаза, тут мне интересно же. Я первая. Мне нравится завязать, потому что тут волосы вот так вот. Оп! Я первая. Все, закрой. Я первая. Стой. Я знаю. Стой, это я. Я брызгой. Алён, закрой глаза и все. Я ничего не вижу. Этот шарфик чем-то пахнет. Чем? Алён, сейчас давай сюда, садись вперед. Да. Да уклонь! Давай мне палец. Ну, Клай, он мне сейчас палец откусит. Это его нос, это Клай нос. Теперь я. А ты что ее не облизал? Теперь я. Давай. Как это смешно, это вообще. Подбородок? Нет. Сидеть. Губы? Нет. Нос? Что это за фигня? Алена, эта фигня вообще тоже есть. Давай еще раз. Ну это подбородок. Нет. Губа. Нет. Нос. Нет. Ксения на борода. Щека. Нет. Да она как будто мой палец целует. Как в мультике «Три богатыря» там. Вот так делать вот. Они, кстати, с класса уходили на «Три богатыря». Это рука. Нет. Ну что, коленка? Нет. Локоть? Нет. Да алло. Лоб? Нет. Да что это такое? Ну подсказки какие-то. Нет, Алена. Да я не понимаю, но это где-то вот здесь. Шея? Да. Но это вроде как, о, как ярко, горлычок. То, теперь я вторая. Так, давайте мне одевайте. Давай, давайте. Так, давайте. Ой. Алён, ты первая. Я прошу. Так. Я тут красивая. Видно? Да? Я тут красивая. Да, очень. Видно? Нет. Но я все равно закрытым глазами как бы. Ай, тихо, там такое не надо. Ну, короче, вот так. Будет так. Так, все, давайте. Так, я первая показываю? Да. Да. Давайте пальцы. Сейчас, погоди. Это Марк, я сейчас покажу. Как же здесь ужасно вообще. Как будто в пространстве каком-то нахожусь. Давай. Мне страшно. Зуб! Нет! Оставь еще раз. Вообще-то у меня хорошее ухо. Давай, Ксения. Да ну где? А что это? Да, ну блин. Щека, что ли? Нет. Да ты там ой. Кристина, у тебя тоже на что-то попало. Да. Что это? Коленка? Нет. Знаете, как будто что-то трогаешь? А, это вот здесь вот, когда рядом находится. Нет. Кристина, у тебя есть. Это вот здесь который, да? Нет. Да как? А что она там показала? Она что-то там жопу твою показывает? Живот! Да! Подожди, я вот так поднимаю. Ой, блин. Теперь я. Значит, понятно то, что сразу наверху, то, что вы мне палец тянете наверх, сразу понятно, что это где-то вот здесь. Я надо как-нибудь лежа там. Давай, Ксень, поворачивайся ко мне. Наоборот, точнее. Давай ты первая показываешь, потом я. А я не знаю, я даже не давай, придумывала. Ау. Хорошо. Ай, больно. Я знаю, что я покажу. Давай.
Бальдин. Ой, мой Бальдин. Блин. Я там же хотела показать. Локоть? Нет. Господи! Вот, вот. Это кисть. Нет. Даже что это такое? Ну ты как думаешь? Блин. Можешь потрогать себя тоже другой рукой, ну другой. И себя потом тыкаешь. Нога? Да. Ну почти. Я не знаю, как это называется. Знаю. А как это называется? Ты чё, балда? Это вот тут. Ну да, подожди. Ступня называется. Давай, Лен. Так, теперь я пока, Марк, отходи. Ты вот тут? Давай. Наверх точно. Это вот тут где-то. Нет. Давай. Губа? Нет. Ален, у тебя так это... Щека? Щека. Ну, это как бы в районе этого. Она не знает, что это такое, Ален. А, это... Я поняла. Да. Она не знает, что это такое, Ален. Ален, да это щека как это бы. Вот тут? Ну, блин, ну, это блин, щека, короче. Это скула, да. Все, теперь Аленка, да? А давайте, Марк может, а? Давайте, классно же будет. Да. А то он тоже тут сидит. Марк, ты только не посматривай, если даже что-нибудь видишь, не посматривай. Вот здесь завяжи ему думаю. Я тут ничего не просто вижу. Просто вот так сейчас будет. Он так слышно говорит. Я его, кстати, очень давно я первая. Да, Марк, давай. Марк был в УКН. Марк так боится, блин. Это лоб? Нет. Нет, Марк. Вот так классно разговаривает. Это лоб? Нож? Нет. Чё? Нож? Нос. А. Нет. Щека? Нет. Марк все не понимает детский язык, потому что он не знаю. Ну как ты думаешь, вот что это такое, вот трогай. Да не Кристину трогай. Ладно, у неё. Вот. А-а-а, это ука! Да. Кстати, не снимай. Теперь Алена, давай дальше. Я? Да, давай. Я вот последний. Я не знаю. Хотела. Я такой... Каш? Каш? Да. Ну ладно. Нет, ну ладно, я через дыру сделаю такое. Ну ладно, ты чего? Давай, Марк. Он видит. Марк, закрой глаза. Господи. Вот так вот, давай. Это живот? Нет. Да не знаю, что это такое. Я сама не знаю, ну, что хоть... это такое. Ты что, не знаешь? Ну, что это? А, знаю. Ну, покажи у себя, где это находится, как ты думаешь. Марк, ты не знаешь это? Да, молодец. Это как было? Он это так? Я так кажется, он даже лучше, чем наш. Так, это ребра, как да? Бы. Ну, ребра, бог. Да, вроде 10 минут еще не прошло. Да, да, поэтому давай, Алена. Знаете, вот когда ты уже прям вот с повязки уходишь, прям так светло становится. А значит, Марк тоже должен. Нет, как Марк лучше знать, чем мы даже. Давайте. Он просто... Давайте. Знаете, что-нибудь такое смешное, чтобы прям смешно было? А вот он привет, где будет. Вот так вот. Давайте быстрее, у нас мало времени. Еще Марк будет показывать. Давайте я первый, я уже знаю, что... Давай, Алена, палец. Ага. Чё? Я думал, ты первый раз поймёт. Вот язык! А теперь Марк... Это не сразу понятно, что это мокрое. Тихо, ты сразу поймёшь, что это же мокрое. У себя. Сюда. Давай. Только не показывай, где уже было. Где-нибудь. Что? Это Маркина нога? Губа. Нет. Щека. Нет. Подбородок. Давай. Нос. Нет.
что это такое? Стой, дай сюда делаем. Давай. Это, знаете, это как будто там кости какие-то. Это так мерзко. А, это ухо! А нам тебя и в рот, и в нос, и в ухо. Все? Да. Все, у нас 10 минут прошло, особенно последние минуты были самые смешные. Мы все Алёня, а я, ну, я рот, а Марк нос, а Ксения ухо. Было очень смешно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, было бы ли вам весело, нам было очень весело, потому что было очень страшно смотреть. Ты не видишь, что ты можешь робить, да, что да. ты будешь. Вот именно. Будешь. Марка, тебе понравилось? Да. Да. Ну и все. Пока-пока. Пока.